Бритва 3 и бритва 6-4 должны подтвердить факт производства урана-235. Освободить удерживаемых режимом жителей и уничтожить шахту. Ударная группа проникнет на территорию при помощи угнанного грузовика, а бритва 6-4 тем временем обеспечит поддержку, нейтрализовав охранников вокруг комплекса. А вы находитесь на канале AsmodayPlay. Парни, пора работать. Кто не подписался, подписывайтесь. Чтобы иметь возможность так же быстро отойти. Тайлер, ты начинаешь. Нужно ослабить посты охраны вокруг базы. Дельта-3, нам достается удовольствие работать со всеми, кто внутри. Опознаем руду, освободим гражданских и сравняем это место с землей. Ошибаться нельзя. Что-то наполеонские планы-то. 4, покидаю группу Дельта-3 у первого охранного поста, пока не обнаружен. Двигаюсь к точке контроль 7-2. Мы дошли до второго поста охраны. Все идет по плану. Точку 3. Основные ворота. Они все еще не сообразили, что мы тут. Патронов что-то маловато у меня. Всего 40. С голыми руками отправляйте на войну. Давай. Немножечко, чуть-чуть осталось. Так. Навыдумывал себе бог знает что здесь. Добрался до контроля 7-2. Жду команды для ликвидации постов охраны. Прием. Мама 2, это Дельта 3. У нас здесь крупная проблема. Грузовик замер на складе, и мы в нем. Если мы взломаем ворота изнутри, то будем обнаружены противником. Нужна поддержка. Повторяю, нужна поддержка. Прием. Блин. Принято, Дельта-3. Бритва. Лошары, короче. Тебе нужно проникнуть в лагерь. Позиция Дельта-3 отмечена на твоем GPS. Следуй к складу и откроем ворота. Как понял? Вас понял, Мама-2. Уже иду. Конец связи. Блин. Вас понял, Мама-2, уже иду, конец связи. Как понял? Так.
Вау. Ну, может быть, хоть патронов сейчас подниму. Я же их хорошо пострелял. Ну вот. Вот. Вот они патроны. Фух, ну хоть что-то. Блин, боялся вообще без патронов быть. У тебя есть что-нибудь? И у тебя вот подобрал еще. Спасибо. Не понял. Блин. Кто где есть? Никого, ладно. Вот здесь вот я знаю, должны быть. Интересно, а как они хотели, чтобы я передвигался незаметно среди такой кучи-то? Гранат, кстати, тоже нет. Вот что я искал. Все. Теперь я уже счастлив. Блин, такая свалка, блин. Пипец. Вы меня по ней ходить заставляете. Не вступай в бой без необходимости. Я вот слышу их. Была острая необходимость. Так сойдет необходимость. По мне еще стреляют, блин. Ой. Как некультурно. В этом разбитом здании нету ничего, да? Стрелять только по необходимости, конечно.
А как бы я тут прошел? Что за бред? Двигаемся. О, вижу еще одного. На. Где он? Кто-то есть? Никого. Ладно. Пока двигаемся. Никто не вышел? Посмотреть. Никто. Эй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. На вышке никого. Бум. Será mejor que los nuevos reclutas de combate. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Вот прям слышу, как они базарят тут здесь. Y a mí solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Vázquez creyó que sería fácil. Mejora la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron. Блинский, давай. Вижу основной лагерь, Дельта-3, держитесь, я уже почти с вами. С нетерпением ждем тебя, Бритва 6-4. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Хоп. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Me cuesta creer que volver... Блин, а что, я не могу пролезть под машиной? Это что за предусмотрительность такая? Solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Противошпионская. Creo que sería fácil. Mejora la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. Y sí. Puede bastar. Да, блин, вообще не то. С нетерпением ждем тебя, Бритва 6-4. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Me cuesta creer que volviéramos tan pocos a luchar con los Yankees a la costa. Y a mí, solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Vázquez creyó que sería fácil. Mejora la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. Y si no lo habrían sido los francotiradores. Вот и склад. Еще одна минута. Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos... Ну-ка, вот так вот я смогу же подняться, да, или нет? Algunos necesitan mejorar su... Без палева. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Me cuesta creer que volviéramos tan pocos a luchar con los Yankees en la costa. Y a mí, solo se oía que habían desplegado sus fuerzas. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. Y si no lo habían sido los francotiradores matándonos como a patos, creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Блин, нифига. Y si no lo habrían sido los... Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Me cuesta creer que volviéramos tan pocos a luchar con los Yankees. Блин. Y si no lo habrían sido los padres. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso.
cuesta creer que volviéramos tan pocos de luchar por los Yankees en la costa. Y a mí, solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Vázquez creyó que sería fácil. Потихонечку. Mejora la cosa o estamos acabados. Можно, конечно, их перебить, но, блин, это требует сил и средств. Аптечки. Да, аптечек что-то меня не пускает. Ладно. Обходились этим пока. Тайлер, я так рад видеть тебя этим прекрасным вечером. Отлично, парни. Устроим им незабываемое представление. Поехали. Получил. А я, блин. Хорошо, что аптечку не взял, да? Воюете? Подожди, ты живей, живей. Все по местам. 6-4. Нам нужна поддержка. Повторяю. Чисто. Двигаемся. Господи, выходите! Снова противник.
аптечка есть. Это хорошо. Будем. Перезаряжайся. Движение. Бритва 6-4, прикрой нас. Давай, давай, давай. Куда, куда, куда? Нам нужна поддержка, повторяю, нужна поддержка. Действую. Так. Ползу, ползу, ползу. Стреляй скорее! Снова противник! Убирайся оттуда! Вражеское подкрепление на подходе. Смотри в оба. Что там? Вот, блин. На. Бегом, бегом! Бритва 6-4. Да где-то прием, вот здесь я видел. Бритва 6-4, прием, прикрой нас! Вперед, вперед! Давай, где-то еще один был. Перезаряжаешь. Бумк. Патроны вылетели. Что-то он с гранатой-то промазал, да?
6-4, прикрой нас! Я же менял автомат. Блин, на этот, где он этот автомат? Ни хрена, понятно, что я мертв. Бритва 6-4, прикрой нас! Вот. Нормальный вот. Патронов, правда, 10. Зато стрельба хорошая. Бритва 6-4. Прикройся скорее. Нам нужна поддержка. Повторяю, нужна поддержка. Вперед! Живей! Живей! Давай, вот я снайпером был, я же вытаскивал всех. Блин. Взрывчатка у нас. Взрывчатка у нас. Начинаю устанавливать заряды. Бритва 6-4. Да. Нам нужна твоя поддержка. Даже у контры более 1.6 прорисовка больше, блин. И физика поставлена. Так, ну, вижу вас. Приближается техника противника. Займись ею. Я займусь этим. Еще враги. Ликвидирую их. У нас контракт!
Че, все? Отряд противника приближается с востока. Бритва 6-4, задай им жару. Бритва 6-4, у нас противник приближается с востока. Уничтожить, повторяю, уничтожить. Подожди ты, блин. Так. Противника приближается с востока. Бритва 6-4, задаем жару. Бритва 6-4, у нас противник приближается с востока. Уничтожить, повторяю, уничтожить. Заряды готовы. Убираемся отсюда, живо! Бегите. Бегите. Ой, не надо только так пафосно идти. Конечно, ага. Ядерную шахту с ядерными всякими атомами и хренью взрывать. Там такая пыль поднимется, что неделю проживешь. А они идут так. Ручки сложив. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!